Приветствую вас, друзья! Приветствую вас на нашем канале Седемира. И сегодня у нас очень необычный обзор, обзор цитрусовых. Мы много раз пытались поднять эту тему, но вот как-то все не доходили до этого руки. И вот именно сейчас, когда люди начинают все больше и больше интересоваться и спрашивать цитрусовые, мы, конечно, тоже, наконец, решили поднять этот вопрос и довести это дело. Вот, сейчас я делаю обзор на одном из питомников цитрусовых. Здесь очень особенные есть цитрусовые. Это и лимоны, и цедр, и мандарины, и апельсины, и еще огромное количество разных цитрусовых. И вот как раз вот такой вот цедр гигантский, его, наверное, вес будет около 2 килограммов. И чтобы вы поняли, вот по сравнению с рукой, он имеет вот такой гигантский формат. Еще я вам хочу показать вот такую особенность, где очень-очень редко встречается такой лимон. Это лимон икорный, и он используется только в высокой кухне. И он особенный, его не всегда и не везде можно найти, тем более в свободной продаже. А выглядит он в разрезе вот таким образом. Он икорный, зернистый, то есть здесь он не будет мякоть разделена на дольки, а будет рассыпаться на зерна. Сейчас я вам покажу еще другие типы такого же лимона. Он есть и красный, он есть и желтый. Ну и вот один из лимонов, что мы здесь нашли. Давайте попробуем его разломать и посмотреть, какова же его мякоть внутри. Вот она, действительно, видите, какая? Прямо на зерна распадается вот такой вот икорный лимон. Ну и я же, конечно же, хочу попробовать его на вкус. И что вы думаете, вообще отличный от обычного лимона аромат. Он очень ароматный, где-то вкуса немножко даже барбарисом отдает. И мятой отдает, и бергамотом отдает. Ну, в общем, это не простой лимон, очень-очень вкусный. Я понимаю его востребованности в кухне. Это оценится нашими высокими шеф-поварами. Это... Я уверена, что такой лимон будет просто подарком на любой кухне и вашему блюду придаст изысканный неповторимый аромат. Ну а мы проследуем дальше, чтобы посмотреть, какого же все-таки формата придут саженцы в Россию. Вот в данном случае формат вазы 20 сантиметров. Это именно тот формат, в котором саженцы придут в Россию. И в данном случае, как образец, я вам покажу, это лимон, где толщина саженца составляет в районе 15-16 мм. Это довольно-таки хороший, довольно-таки уверенный ствол с высотой саженца примерно 1-1,20 м в высоту. И, конечно же, есть вот такие вот мандарины, плоды которых в размере составляют примерно в размер 1 грецкого ореха, и они усыпаны, просто усыпаны плодами. Вот такой вот ствол дерева, он тоже в толщину составляет примерно 15-16 миллиметров толщину, и высота саженца составляет также примерно 1-1,20 м, но это соответственно с горшком вместе. Также, как я сказала, диаметр горшочка 20 сантиметров. И есть вот такое вот обилие плодов, тоже усыпанных, это камкут, где толщина ствола, так же как и у других саженцев, в районе 15-16 миллиметров, и высота также примерно, как и другие саженцы. Ну и вот такой небольшой обзор мы вам сделали. Если у вас есть огромное желание, вы всегда можете обратиться к нам на сайт, либо позвонить по телефону и сделать ваш заказ. А с вами была, как всегда, я, Татьяна, и до встречи в следующем видео.